Так, держи, держи. Так, взяли. И сделай чуть погромче. На счет три. На счет три будем смотреть, чего как. Готовы? Инструктора, руководители, готовы? Раз, два, три. Поехали, смотрим за мимикой. Не пошло. Давай, пей до дна. Вода тяжело идет. По-моему, водка везде. Так, хорошо. Сейчас нужно, чтобы пару секунд прошло. И устраиваем голосование. Так, кто победит, тому будет приз. Поехали. Кто думает, что водка была в стакане у Тани? Поднимите руку. Да, это радостно, это всегда. Хорошо. Кто думает, что у Кати? Матильда просто знает, с кем она пила. Хорошо. Кто думает, что у Сережи? Кто думает, что у Саши? А можно предположить, что водка у всех была? Ну, попробуй. У всех. Хорошо, молодец. Окей, так. Ну, не совсем правильно. Не угадали. Саша выбывает. Подождите. Так, осталось три. Кто думает, что водка была у Тани? Хорошо. У Кати? У Сережи? Ага. А, вот за Сережу теперь больше. Хорошо, ладно, Сережа, неправильно, давай, уходим. Что? Не понимаю, почему я должен уйти, за то, что у меня была или за то, что у меня не было. Сейчас, не угадали. Не угадали. Так, кто думает, что водка была у Тани? Ага, хорошо. У Кати? Матин за границей, спокойно. Ладно, хлоп-хлоп друг к другу, вернитесь обратно. Ребята, закрывайте глаза, инструктора и руководитель. Закрывайте глаза еще раз. Иди. Сейчас будет, да, поздравление. Постойте, подождите. В общем, водка была у всех. Ты правильно, молодец. Все набухались. А теперь, ну, маленькое такое мини-поздравление. Еще раз, бурные аплодисменты. Давайте. Хлоп-хлоп.